Общественные советы при региональном управлении налоговой службы и Следственном комитете провели совместное заседание. Это первая подобная встреча в истории. Она была необходима в ФНС. После введения нового программного обеспечения эффективность проверок увеличилась в 6 раз. Стали больше выявлять налоговых преступлений. В 2016-м в Следственный комитет было передано 39 дел на общую сумму почти 500 000 000 рублей. Работа на стыке полномочий всегда была делом трудным, и главная задача общественных советов – найти точки соприкосновения. Никогда, получается, у представителей общественности одного совета и другого не было возможности в режиме прямого общения задать вопросы руководителям двух управлений, задать вопросы ведущим нашим экспертам и для себя сделать какие-то выводы, задать все вопросы, которые у них возникают, потому что это же и есть форма нашей открытости и форма общественного контроля.